Спорт и культура неразделимы и тесно связаны друг с другом. Это утверждение на матче Салават-Юлаева и Локомотива нашло свое подтверждение. Непосредственно перед игрой состоялось выступление заслуженного артиста России и Республики Башкортостан Емиля Абдульманова. Он исполнил отрывок из оперы «Кармен» и получил овации от зрителей на Уфа-арене, которым это произведение явно понравилось. Еще одна культурная программа поджидала зрителей в фойе второго уровня. Там расположилась зона Башкирского театра оперы и балета в поддержку премьеры оперы «Салават Юлаев». Сама же игра изначально была интересна дебютом в составе уфимца форварда Дениса Паршина. Это его второй приход в нашу команду, поэтому ему здесь все знакомо, но многое поменялось. Да, практически все изменилось. Тренерский штаб изменился, хоккеисты другие, поэтому только название осталось. Первый период матча обе команды провели как-то робко, словно присматриваясь друг к другу. Тем не менее, гости на регулярной основе тревожили Гаврилова, а вот Салават, обескровленный большим количеством травмированных игроков, редко создавал остроту чужих ворот. Второй игровой отрезок, а особенно первая его половина, остались за ярославцами. Железнодорожники действовали собрано в обороне и максимально эффективно в атаке. Два своих гола гости забили усилиями легионерского трио нападения. После второй пропущенной шайбы уфимцы моментально вернулись в игру. Уже через 21 секунду забил Денис Паршин. До перерыва большего сделать не удалось. Желанием форвардам хозяев точно не откажешь. Да вот сыгранности нашим сочетанием явно не хватало. Может быть, где-то тяжело, но ничего. Мы все друга знаем. Быстро стараемся привыкать в ходе игры друг к другу. И когда есть удача, я думаю, со всеми можно будет играть в напарниках. Заключительный период юлаевцы провели явно лучше соперника. Уфимские хоккеисты создали немало голевых моментов у чужих ворот, но пробить Алексея Мурыгина больше не удалось. Да, это не наша слабость. Это очень хорошо сыграл Локомотив, потому что позиционных атак было мало. Мы не сумели создать напряжение на ворота соперника. И те шансы, которые у нас были, мы использовали сегодня очень плохо. В прошедшей домашней серии у юлаевцев явно не задалась игра в атаке. Не сомневаемся, что уже в выездном турне по европейским городам КХЛ уфимское нападение проявит себя во всей красе. Эдуард Хизбуллин, Рустем Муратов и Константин Данилов. Хоккейный клуб «Салават Юлаев».